Это частушки от художника. Мы рисуем мир таким, как и в его мы видим. Извиняйте нас, друзья, только обидим. Эта точка на картине словно троеточие. В ней птица, муха, самолет, ангел, демон, прочее. Каждый видит через призму сердца и души своей. Шедевр, бывало, нарисуешь, а что сказать хотел? Ну, хоть убей. Силу воли так и маю, кисть из рук не выпускаю. Как только отпущу из рук, в руках сразу трюк. Адональ и идеал, лишь один портрет любимый нарисовал. И сейчас в комоде где-то 33 любимый портрет. Тут один шедевр создал, он квадрат нарисовал. А у меня в коллекции треугольники, круги, трапеции. Не имею я друзей, весь всю жизнь пишу людей. Вам скажу я по секрету, осторожнее с портретом. Всех, кому Репин писал портрет, давно на белом свете нет. Голую найти натуру, то простая процедура. Но как только натура развивается, вдохновение кончается. На семейном портрете оставляйте про запас. Говорят, что был заказ, дорисовывали 8 раз. Восемь с половиной лет рисовал ее портрет. Фас, анфас, вперед и зад, получался лишь квадрат. Мы рисуем этот мир таким, каким его мы видим. Извиняйте нас, друзья, только вот обиден. Мы за всех, мы для всех, для вас открыты. Извините, но только все ваше говорим.